Начнем выпуск с основных тем. К этому часу о мерах по обеспечению информационной безопасности в Дагестане говорили на совещании регионального совбеза под руководством главы региона Сергея Меликова. Он отметил, в Дагестане реализуется проект Министерства цифрового развития региона «Информационная безопасность» только за 9 месяцев этого года. В Дагестане выявлено 53 преступления экстремистской направленности, совершенных с использованием сети интернет. К административной ответственности привлекли 194 пользователя. Они выкладывали в широкий доступ экстремистские фейковые материалы. Информационная инфраструктура Республики Дагестан представляет собой 15 государственных информационных систем, телекоммуникационную инфраструктуру, а также серверное и компьютерное оборудование. Также Сергей Меликов отметил пассивность некоторых руководителей во всех ветвях власти с информационным сопровождением своей деятельности. Глава региона считает, отсутствие объективной информации приводит к прямым призывам нарушения общественного порядка через социальные сети. А между тем, по словам Сергея Меликова, информация должна подаваться своевременно и правдиво. Это в том числе ответственность глав муниципалитетов на местах.